я хочу еще немного показать вам вечерней, зимней, праздничной Оттавы. В Оттаве есть свой шарм. Оттава наиболее впечатляет в плане архитектуры. Что зимой привлекает и удивляет, так это всю зиму белоснежный снег. Снег всю зиму покрывает Оттаву белым покрывалом, что очень привлекает и впечатляет на фоне архитектуры города. Многие люди думают о том, чтобы поехать на юг зимой. Но канадцы думают иначе. Они научились принимать холод. И нет места лучше, чем столица Канады – Оттава. Оттава – это зимний город. В холодные месяца температура может опускаться значительно ниже нуля. Но это не мешает канадцам наслаждаться всеми видами зимы. К примеру, декабрь – захватывающее время, так как город полон огней к рождественским праздникам. Январь – также весь город в праздничных огнях. Первая неделя января по-прежнему в режиме празднования. И в феврале все так же красиво в зимней белоснежной Оттаве. Оттава самая снежная из мировых столиц.
Канадцы любят свой город, украшают подсветкой свои дворы. Как только на улице темнеет, повсюду зажигаются огни, все сверкает и излучает свет. Благодаря их стараниям нас всех не покидает праздничное настроение на протяжении всей зимы. Зима для канадцев – время веселиться и не унывать, когда трещит мороз и все вокруг засыпано снегом. Девиз канадцев – радость жизни. И они этот свой девиз поддерживают. Хочу сказать, несмотря на морозы, на обилие снега, канадцы любят заниматься спортом. Увлекаются всеми видами зимнего отдыха. В выходные всей семьей на каток и на санки. Канадцы – спортивная нация, и спорт для них – это не просто слово, это их естественное, каждодневное времяпровождение, независимо от времени года. Дорогие друзья, хорошей вам зимы и прекрасного настроения. Я рада, что вы со мной на моем канале, где я делюсь с вами частичкой своей жизни.
рада каждому подписчику. Вы у меня самые лучшие. Будьте все здоровы!